Привет всем! Сегодня хочу снять отдельно обзор на сингл Britney Spears «I Wanna Go». И это достаточно такой популярный сингл, такой, который проигрывался на радио, веселенький, классненький. Я думаю, вы его тоже слышали. А обложка у нас — это отрывок из клипа. Как видите, клип такой вот очень необычный, яркий. Ну, в общем, тоже советую посмотреть. И давайте смотреть, что же у нас здесь есть. Других обложек я данного сингла не помню. Может быть, есть? Напишите мне обязательно. Мне кажется, была только одна такая. Так у нас выглядит все сзади. И такой у нас трек-лист. Но на самом деле нас тут не балуют, поэтому как бы что есть. Ну, уже, знаете, в такое время, в которое он выходил, спасибо, что его выпустили на физическом носителе. Вот, ну как-то так, надеюсь, вам был полезен данный обзор. Огромное спасибо за внимание и пока-пока.